Скорая помощь не выехала на вызов к Юрию Шатунову, эту информацию официально подтвердили. Ранее об этом сообщал и директор артиста, Аркадий Кудряшов. В связи с тем, что было потеряно много времени, артиста спасти не удалось, хотя для этого было достаточно шансов около 60%. 22 июня, в 23:37 друзья певца позвонили диспетчеру и сказали, что у него плохо с сердцем. Звонок приняла женщина, которая сообщила, что свободных машин нет и отказала в выезде скорой. При этом она, вопреки обязанностям, не задала уточняющие вопросы и не дала никаких инструкций, которые бы позволили правильно оценить ситуацию и принять оперативные меры. В таком случае ближайшую бригаду врачей необходимо было снять с вызова и перевести на требующий большей оперативности, но вопреки инструкциям, ничего из этого сделано не было. В итоге друзья артиста взяли инициативу в свои руки и доставили его в больницу сами. С их стороны они сделали все возможно, но с медицинской точки зрения это также могло навредить больному. В состоянии инфаркта человеку не то что нельзя идти, но и даже привставать. Для спасения человека во время сердечного приступа необходимы строго регламентированные действия, которые обязаны выполнять медицинские специалисты. В ближайшую больницу Юрия Шатунова привезли только в 23:45, а карета скорой прибыла на место через 25 минут в 0:10. Еще 10 минут заняли осмотр Шатунова и перевозка в Домодедовскую, ЦРБ. Однако было уже поздно, сердце артиста остановилось в 0:20. Если бы реанимобиль приехал к артисту на 40 минут раньше, шансы выжить у него были вполне хорошие.